Вёска наша, як то. Мы не маленькія. І собирались на танцы. Вот записку написал, что у нас там все собираются. Другой вёске. С усих вёсок 6-7. Я уже як подрос. Мать у 16 годов стала пускать на танцы. То мы ходили в Житино, Пирогово, Марьяново. Ну, загадзе приглашали якісь. Мы нанимали гармоніста. Ты що у мене тоді? Я вже 50-60-е роки такі були. Коли кошики не собираєш гармоніста, на чужому тілі. Але дуже наче собиралися. Ну, от це таке. Ну, от із дитинства мої батьки молоді пожалуються, по 18 років. Ну, танцювати то хотілося, і всі не тільки вони. Телевізора не було. Хоча я все время казав, що у мене теж комп'ютер був. Комп'ютер знає, що бабуля напишеться. Вона мені розказувала казки, і мені казалось, що і все було, то все таке. Ну, це опять вже, ну. Обычно выбирали, як повно людей собиралось, выбирали, ну, як у нас сказали, матку. А это який район? Сіславський? Сіславський. І кажуть, 5 кілометрів от границы теперішньої речі. Так там же Жаслянка вообще живут у границы, а у мене дітки там, двоюродные брати живут. Что я говорю? А, і ось этот, як вони вибирали цього чоловіка, звичайно, старіші хлопці збирались, годів по 25 такі. Тут за порядком лізять, треба кому-то дати, щоб вигнув, щоб він був. Значить, такий кий був, ну, мабуть, чоловік просто. На ньому були стужки нав'язані, атласні ленточки. Да? І помню, навіть цвіточки якісь наверху. І от цей кий виходили у центр той хати і подкидували. І хто-то ловив, значить, чи ти ловив його тут, а чи ти його посередині. А вже далі ловив, а сюди починали, всі хлопці бралися. Вот так вот. И кто уже последний, что дальше уже ты не возьми, наш сын. На эту вечерину он будет называться? Уже, где уже матка называется. А вы такие, он только один на вечерину, больше нигде не користались? Не, я знаю, что еще користались вы им. Як гуляли у Лапту, это у нас не Лапта, а Долявий звався, і Кругового. Это тоже вибирали матку, і к ним, от ви пара, собрались. Ти називався там Ромашка, я там это, Василек. Василек. Подходим к его мать и мать. Что вам дать? Эти ромашку, эти Василек. А вот тому матка называется. Вот она матка. Размерковая. Все. Размерковая. Вот это и было все. Вот это матка. Вот за это ты понял. Все. То есть я нашла их, но матка это вот была. Это гульнёвых ки, универсальные такие, для да. Нескольких да, да, выкористовывающие, да, да. И на танцах так само. Да-да. Но в детских играх мы уже брали любую палку, брали, и тоже матку эту брали. То есть мать и мать, что ли? Гэты глядзеў, значыць, за парадкам. Ён мог заказаць танца, такая дзеўка там прасіла. Былі танцы такія, што вась платочка, вась через колено. Я ўжо вот тых у мамы ў сваім, значыць, дзякую Богу, жыву 85 гадоў, ёй 86. Ну і на через колено это было, два хлопцы становіліся, значыць, так вот колено сразу становіліся, так вот. Которые, значит, брали все и перепрыгивали. Поднимали, могли выше колено. Кто-то, кто выше перепрыгивал, то, значит, один хлопец. И этот хлопец уже мог попасть. То есть не было, а было какое-то... Велося, кто... Гэтыя танцы... Спаборніцтва не тое было. Не, танцы велися, кто... Не то, что пошел потанцевал, сейчас для церкви, пошел, пошли. Ага. А якое то было... Логика не было. Логика. Или танец по точкам, это уже, значит, хлопцы все становились у круг танцевания. А у девчат вот такие куточки вышивали. Тут платочек, она его вышивала, но как бы... И еще такие вот некие были широкие. И тут такие вот, мама даже моя, и тут камашку, и там камашку. Вот вальс платочком заказывают, вальс идут, хлопцы идут в одну сторону, а девчата, как будто, когда она же,
Дівчина, вона старається, що тому хлопцю таке батько. Вона ж не скаже, що Василь, я тебе люблю там. А от посередством гэта платочка, як я зараз понимаю. От зараз я помню, що от, которые от, многие кидали платочки дівки, то многие тоді пожалілися. От коли останавливаюся, я тебе тоже кидаю. Я кидаю, значить, добра калина стала кінцем свого хлопця. И уже кто воюет платочки, должен танцевать, давай с платочками. Что еще интересное было? А, когда приходили какие-то девки издалека, а какая была тактовность? Кажется, ну и... 8-7, тоді ж 8, 6-5 класу мати моя, з батьком всі по 4, тому що війна почалася, їм по 12 років було. Уже після, куди не пойдуть у школу, ну вже на роботу їм пішли. Ну була так, хто у нас був, валь знакомств. От я ніколи такого не чув, що як у нас, валь знакомств як-то. Значить, от приходять, ти яку-то дівчину заметив, значить, от вона мені подобається, але я її не знаю. Значить, береш, танцюєш з ну там уже очень. Потім гэтая же жматка останавливалась, тільки останавливалась. Ніхто не розходиться, говорить пари. Хоч я тебе знаю, значит, я все равно ставлю. Ти ту дівчину не знаєш, не ти думаєш, як тебе звати, там росту коротше. Так, вальс знакомство, понимаешь? То есть, как она звалась? Вальс знакомство, да. Вот Хвилиночка или Хвилиночка, я вот, ну вот это вот, что мне запомнилось, что стоять. Познакомились. Дальше продолжают, мы пошли танцевать. А это они были какие антракт ради перепрыгок такие? Ну, никто не расходился. Антракт это буквально на 3 минуты, на 2. Недалеко, не полно было, чтобы там полчаса. Вот. А где-то на минутку даже. И вот, то есть дать, уже ж ты же не будешь делать девчонки стоять, уже ж как бы непринужденно начинаете разговаривать. Уже вот это так-то у нас тоже даже. Так, дайте как-то. Здравствуйте. Ну как мой?